период праздничных дней с 23 по 25 февраля на территории города Кызыла проведены оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Цель – профилактика грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами, водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В рамках данного мероприятия проведены тотальные проверки водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения. Выявлено всего 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Из них женщин 4. Водителей, не имеющих права управления, 5. Трое водителей совершили данное правонарушение повторно. Госавтоинспекция призывает всех водителей не нарушать правила дорожного движения, так как пьяный водитель представляет собой угрозу для всех участников дорожного движения, пешеходов, пассажиров и других водителей. Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют транспортными средствами в нетрезвом состоянии, в дежурную часть ГИБДД по номерам телефонов 5-66-11, 5-66-29.